Здравствуйте. Здравствуйте. Какая экологическая обстановка сейчас сложилась в Тульской области? Экологическая обстановка в Тульской области характеризуется наличием на сравнительно небольшой ее территории достаточно большого количества крупных промышленных предприятий, химической, металлургической промышленности, предприятий по производству и транспортировке электрической энергии. В общем-то, эти предприятия являются одними из основных источников негативного воздействия на окружающую среду Тульской области. Если конкретнее, это выбросы, это размещение отходов на территории Тульской области, выбросы в атмосферу, выбросы загрязняющих веществ в водные объекты Тульской области. Ну и по каким показателям у нас сейчас идет превышение? Российским агентством международной информации, это РИА Новости, ваши коллеги, совместно с Всемирным фондом защиты дикой природы при поддержке Российского географического общества был составлен достаточно уникальный эколого-экономический индекс регионов Российской Федерации, который соответствует мировым стандартам подобных исследований и который определяет, скажем так, взаимоотношения негативного воздействия промышленных предприятий, которые осуществляют свою деятельность на территории региона, и вложений материальных средств в развитие человеческого капитала, то есть это вложения в социальную сферу, вложения в спорт, культуру и так далее. По этому индексу Тульская область находится на 58-м месте из 83 регионов. Кроме того, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в сентябре 2013 года опубликовало рейтинг крупных городов Российской Федерации. Соответственно, данные по 2013 году будут опубликованы в 2014 году. Ну, в общем-то, определенную характеристику этот рейтинг дает и предыдущему году. Исследования этого рейтинга также были организованы достаточно известной крупной организацией, такой Ernst & Young. И по результатам этого рейтинга сама Тула вошла в двадцатку городов по экологической ситуации, а по показателю воздушная среда она заняла 6-е место среди 85 крупных городов Российской Федерации. А если коснуться Новомосковска, какая обстановка там? Ситуация в Новомосковске была достаточно пиковой летом 2013 года. Она, в общем-то, выбивается из общей картины экологической ситуации в Тульской области вообще. Действительно, в июне-июле 2013 года от жителей Новомосковска и Новомосковского района в администрацию Новомосковского района, в правительство Тульской области, в другие организации поступало большое количество жалоб по поводу сильных запахов так называемого химического происхождения. Министерством природных ресурсов и экологии совместно с Росприроднадзором и специализированной лабораторией проводились исследования атмосферного воздуха, отбирались пробы, в первую очередь с целью определить источник этого загрязнения. В августе месяце этот источник, в общем-то, был определен. Необходимо отметить, что для этого были проведены проверки порядка в 10 крупных промышленных предприятиях Новомосковска. В общем-то, практически во всех из них были найдены те или иные отклонения, на что им было указано. Они были привлечены к соответствующей ответственности за это. Однако, можно с уверенностью сказать, что основным источником такого негативного воздействия, которое вызвало волнение жителей, явилась организация ООО «Оргсинтез». Это предприятие является предприятием инфраструктуры для достаточно крупного промышленного предприятия «Новомосковск Полипласт» и занимается тем, что размещает в том числе жидкие отходы этого предприятия, путем закачки их в глубинные горизонты, под землю. Эта организация имеет лицензию на осуществление такой деятельности. Однако, по условиям лицензии, оно имело право размещать
Таким образом, жидкие отходы только того предприятия, которое оно обслуживает, то есть Полипласта. Однако руководство ООО «Оргсинтез» приняло решение, это решение было незаконным, о сборе с других регионов Российской Федерации подобного рода отходов, которые также размещались в этой скважине, захоранивались путем глубинной закачки. Негативные последствия, которые ощутили на себе жители Новомосковска, они происходили именно из-за этого. После того, как Министерством природных ресурсов и экологии были начаты вот эти вот активные мероприятия, были выявлены также нарушения в самой организации ООО «Полипласт». Они были привлечены к ответственности в виде административного приостановления деятельности, после чего «Оргсинтез» также прекратил эту глубинную закачку, прекратил прием промышленных отходов из других регионов. По данному факту в декабре 2013 года Следственным управлением Следственного комитета по Тульской области было возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент расследуется. В ноябре заключено соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии о «Полипласт» и администрацией муниципального образования Новомосковский район о снижении негативного воздействия, о тех мерах, которые «Полипласт» должен принять по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Эти мероприятия нами контролируются, они осуществляются. В общем-то, об этом свидетельствует то, что поток жалоб со стороны жителей прекратился. Ну и объективно, я сам выезжал на место, и очевидно, что того безобразия, которое было летом, его в настоящий момент уже нет. Осенью в Адоевском районе произошел массовый мор рыбы. Тогда не говорили о причинах, говорили, что проводятся проверки. Вот сейчас вы можете озвучить, каковы же причины? Непосредственно после того, как произошла эта ситуация, это было, по-моему, 9 ноября 2013 года, Министерство природных ресурсов и экологии сразу же включилось в проведение проверочных мероприятий. Мы обследовали прибрежную зону реки Упы, скажем так, до, после, в том месте, где была обнаружена всплывшая рыба. Мы обследовали предприятия, которые находятся в непосредственной близости от этого места. Также были проведены исследования образцов воды и проведен опрос рыбаков. Как следует из пояснений очевидцев, неподалеку от того места, где произошло всплытие рыбы, в селе Жемчужниково Адоевского района, рыбаки видели неких лиц, которые что-то сливали из емкостей, какую-то жидкость сливали в речку. Это было непосредственно перед тем, как там всплыла рыба. Я не хотел бы говорить слово «гибель», потому что гибель, в том числе и представителями Тульского управления Росрыболовства, не была установлена. Рыба всплывала, но она была живая. Наиболее вероятно, что часть из нее впоследствии просто, придя в себя каким-то образом после этого воздействия, ушла дальше под воду. И нельзя говорить о именно какой-то экологической катастрофе. Всплывшую рыбу большое число людей вылавливало, тут же ее продавали неподалеку от самой реки, на трассе Адоев-Тула. И, в общем-то, можно сделать вывод о том, что кому-то это было выгодно, и такие меры были предприняты. Тем более, в общем-то, о таком способе браконьерства, такой способ браконьерства достаточно широко известен. По данному поводу мы сразу же обратились в правоохранительные органы, в органы полиции Адоевского района. Там проводится проверка. Насколько я знаю, проверка до настоящего момента не завершена. Ищут тех лиц, которые оказали негативное воздействие на речку. Будем надеяться, что виновные будут найдены. Мы провели проверки предприятий, находящихся в непосредственной близости от этого места. Это Плавский спиртзавод и Воскресенский спиртзавод. Что касается Плавского спиртзавода, следов негативного воздействия на реку с его стороны обнаружено не было. Что касается Воскресенского спиртзавода, действительно было обнаружено некоторое превышение пределов допустимой концентрации загрязняющих веществ в ручье,
который протекает в непосредственной близости от полей фильтрации, это очистные сооружения этого завода, и в последующем впадает в реку Упа. ООО «Росбио» было привлечено к ответственности, была проведена совместная проверка Тульской природоохранной прокуратуры и Министерства природных ресурсов и экологии. Составлен материал, который за систематическое и достаточно серьезное нарушение был направлен в суд в Адоевский с предложением о приостановлении деятельности этого предприятия. Однако суд с нами не согласился, наложил на это предприятие штраф в размере 80 тысяч рублей. В 2013 году велись разговоры о придании Тульским засекам статуса национального парка. Вот, что это такое будет? Где это будет? Тульские засеки. Это исторически сложившийся протяженный массив широколиственных лесов, которые находятся на границе степей и больших массивов, более северно расположенных, крупных массивов лесных насаждений. В своей протяженности Тульские засеки находятся на территории Щекинского, Адоевского и Белевского районов. Составляют площадь примерно 35-45 тысяч гектаров. В период с 1935 по 1951 год на этой территории уже существовал государственный заповедник. Однако в 50-е годы, видимо, по причине необходимости какого-то революционного развития промышленности на территории Тульской области, этот статус был прекращен. Однако с 90-х годов опять был поднят вопрос о придании статуса национального парка этому массиву. Что дает статус национального парка? Статус национального парка дает возможность более комплексного использования этой территории, этого объекта, именно как объекта природного наследия. Дает возможность осуществлять более серьезные меры по охране, по защите, по возобновлению этих природных ресурсов. Кроме того, это достаточно серьезный имиджевый вопрос для региона. Придание статуса национального парка этой территории позволит в большей мере использовать ее для так называемого экологического туризма, зеленого туризма, привлечь исследователей и, скажем так, исследователей природы и людей, интересующихся природой на территории Тульской области, организовать там туристические маршруты. Цель министерства на 2014 год. Нашей основной задачей является проведение в жизнь политики государства, политики региональной власти в области экологии, осуществление экологического надзора, осуществление надзора за рациональным природопользованием, недропользованием. В этой связи основная наша задача – это дальнейшее развитие контрольных надзорных мероприятий, недопущение таких ситуаций, как, в общем-то, было в Новомосковске, создание на территории города Тулы парка имени 250-летия Тульского оружейного завода, мероприятие по приданию статуса особо охраняемой природной территории этому парку министерством проводились в 2013 году, были подготовлены документы, обосновывающие возможность, необходимость придания такого статуса. Они прошли государственную экологическую экспертизу. В декабре 2013 года нашим министерством совместно с Министерством имущественных и земельных отношений была проведена публичная презентация границ межевания этого парка для населения. В общем-то, люди, заинтересованные лица, общественники высказали свое одобрение. Ну, в общем, в 2014 году планируется завершить эту работу, и на территории Тулы появится новый парк. И тульки могут быть спокойны, застройки не будет. Абсолютно могут быть спокойны. Застройки не соответствующей назначению и целевым задачам этого места, этого парка, застройки, безусловно, производиться не будут. Спасибо вам за интервью.